Доброе утро! Вы смотрите «Утро» на седьмом канале. Меня зовут Татьяна Флектенко, и я предлагаю нам вкусно позавтракать вместе. И если вы до сих пор едите скучную яичницу, то давайте бороться с этим стереотипом. Как всегда, в ресторане «Кадор» на Французском бульваре 66/3 вместе с поваром Александром Йорзом начинаем готовить нечто необычное. Что это будет сегодня? Сегодня это будет салат из утиной грудинки с виноградом и клубникой. И соус. Для соуса нам понадобится больше ингредиентов. Это сливочное масло, темное мясо паста, мед, трюфельное масло, оливковое масло, соевый соус и лайм, сок лайма. Главное, чтобы получилось вкусно. И как долго будем готовить? 10 минут. Успеем. Так что начинаем. Начнем приготовление с нашего соуса. Так. Добавляем немного соевого соуса. Угу. Затем мед. Угу. Все по чайной ложке? Соевого соуса было больше. Так. Затем немного оливкового масла. Угу. И трюфельного. Угу. Если нету этих масел, можно ли использовать какие-то другие? Взять можно растительное масло попробовать. Но трюфельное масло я бы советовал использовать в этом соусе. Это нотка, которая дает ему гармонию и игру. Но трюфельное масло все-таки экзотика. На каждой кухне помните, что есть замечательные масла. Это и горчичное, это и льняное, которое гораздо проще приобрести. И которое тоже очень полезно. Так что экспериментируйте и не зажимайте себя в какие-то привычные нам рамки. Я своей бабушке, кстати, подарил трюфельное масло, так что она у меня может приготовить этот соус. Всем бы таких внуков, да побольше трюфельного масла. Но у меня его, допустим, нету. Я больше использую льняное масло в последнее время. Это, кстати, очень тоже вкусно и полезно. А еще мы все это тщательно перемешиваем. Да, да, однородная масса. Я добавил мясо, пасту, лайм. Мясопаста тоже непривычная нашей кухне ингредиент. Это такая азиатская заправка, которая готовится либо из риса, либо из соевых бобов. Они бродят под влиянием специальных грибков. Тоже очень вкусно и интересно попробовать, если до сих пор не экспериментировали. Еще немного лайма, слишком сладко. Пробуем еще раз. Можно еще добавить. Этого будет достаточно. Так. Соус готов. Затем приступаем к нарезке. Берем клубнику. Такой уже более весенний салат. Режем хаотично клубнику. Я порежу ее на 4 части, угу, чтобы она хорошо ощущалась. Клубника – это любимая ягода, наверное, у всех жителей юга однозначно. Совсем скоро ее появится очень много. Будем ли мы готовить какие-то клубничные десерты? Давайте приготовим. Обязательно. Я только за. Совсем скоро будем обсуждать интересные рецепты из клубники, ведь в каждом ресторане обязательно появляется какое-то клубничное десертное меню, так что мы не пропустим самое интересное. Я все нарезал, добавляю в микс-салат. Наши ассорти листьев салата. Я взял в данном случае Лоло Россо, Латук, Бьянка. Это все перемешиваю. Угу. Добавляю наш соус. Микс салата можно купить либо заготовленный в любом супермаркете, либо же отправляйтесь на наш весенний-летний привоз и, главное, выбирайте продукты посвежее. Ну, к счастью, в Одессе с этим хорошо. И основной наш ингредиент – это копченая утка. Угу. Подрежем ее побольше. Утиная грудинка – диетический продукт, относится к красным сортам птицы. Очень полезно, очень вкусно, главное – не жирно и никак не помешает нашей стройной фигуре. Перемешиваем хорошенько его. Должен ли он мариноваться какое-то время? Нет, просто перемешайте до однородного вкуса. Теперь приступаем к сервировке нашего блюда. Прошу. Шутим. Спасибо. Выкладываем наш салат. Угу. Наша клубника. Так. Есть. Немного крупыли. И долго вас ждать не заставлю. Приятного аппетита. Замечательное вкусное блюдо, которое обязательно попробуйте приготовить вместе с нами, ведь рецепт простой, а получается просто потрясающе. Помните, что рецептами с нами делится ресторан «Кадор» на Французском бульваре 66/3. И не отказывайте себе в удовольствии. Приятного аппетита. Приятного аппетита.